Водителей с судимостью запретят принимать на работу таксистами, а также водителями общественного транспорта. Правда, речь идет только об осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Убийство, разбой, изнасилование, наркотические преступления и другие. Законопроект, вводящий новые условия для трудоустройства водителями, был разработан в правительстве России. Во вторник его внесли в Госдуму. Согласно документу, запрет на профессию водителя наземного общественного транспорта, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток будет действовать в отношении имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества. Для водителей такси указан аналогичный перечень преступлений, но расширенный такими составами, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и свободы личности.